Приветище! Это Зельда Слез Королевства. Мы находимся в дозорном форте, потому что мы побывали везде. Во всех четырех городах везде все помогли. Узнали, что существует лже-Зельда. Она злая, очень плохая. Есть хорошая Зельда, но она где-то в прошлом. А мы в настоящем, и тут все печально. И теперь мы направляемся к Пуль, чтобы рассказать, что мы узнали в этих четырех регионах. Опаньки. А что это вы тут все делаете? Странно. Пуры, что ли, нету? Пура, привет! Как дела? А где Пура? Непонятно. Ладно, пойдем тогда. О, карта Хайрула. Пометочки какие-то красненьким сделаны. В общем, пойдем тогда наверх поднимемся. Тут же есть ступенечки. Ага, вот ты где, в подзорную трубу смотришь. Здорово! Да. Линк, мне все рассказали. Заморозки Урита, сводящие с ума филеды граниту горнов, узора слизь в воде, без которой они не могут выжить, а у Геруда атаки Гибда и песчаная буря. И за всем этим похожа на принцессу Зельда загадочная фигура. Тебе, наверное, пришлось нелегко. Но твои усилия не прошли даром. Браво! То, что во всех событиях участвовала фигура, напоминающая принцессу, указывает на их связь с катаклизмом. В общем-то, у меня тоже есть важная информация. Кровавая луна? Прямо сейчас? Это же... А? Линк, смотри! Скорее! Принцесса? Линк, мне не померещилось? Это же была она, наша принцесса. В замке Хайрул был кто-то очень похожий на Зельду. Я совершенно в этом уверена. Выходит, она не покинула замок, а все еще там. Принцессу Зельду нужно немедленно спасти. Но мне до замка Хайрул не добраться, а солдат им и подавно. Похоже, в итоге снова придется просить тебя. Да без Б, тетя Пура. Прости, что вечно даю тебе опасные задания, Линк. Но... больше-то с этим никто не справится. Возвращайся в целости и сохранности. Вместе с принцессой, конечно. Целой и невредимой, ладно? Заметано. Сейчас я только усики почешу. Пушок. Усиков-то у меня нет. Значит, ладно. Замок Хайрул! Йо-хо! Погнали! Я иду туда не один, а со своей бравой командой. Раз, два, три, четыре, нас пятеро. Кстати, да, я же там уже был. И чтобы мне туда заново не лезть, я просто в святилище перемещусь. Ой, какой-то злобный смех. Вот мы и тут. Линк. Линк. Иди ко мне. Я жду тебя. Ничего себе. Я тебя очень жду. Нам прямо туда идти. Голос ее очень недоброжелательный. Я чувствую, что... О, молнии, смотри, фигачат. Так. Учитывая тот факт, что мы телепортнулись, возможно, я пропустил какой-то... Ой, сердечко, минус два сердечка. Ну, ничего страшного. Возможно, я пропустил момент, когда она мне на ушко что-то шептала. О, странно, сердце отдали обратно. Ну ладно, спасибо. Короче, дело к ночи. Пошли мы, это Зельде сейчас плохое.
покажем, где раки зимуют. Я этот замок знаю уже как все свои 10 пальцев. Я тут ходил, бродил, поэтому пофиг вообще. Что, ты хочешь со мной подраться? Да без проблем, дружище. Давай, 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 подеремся. А где моя бравая команда, между прочим? Ну вот. Ладно, я возьму тогда... Эй, 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 эй! Эй, это кто делает? Это он делает? Нет, это... Ай! Риджу, ты чё врубила свою электромолнию вот эту? Я же вроде тебя не просил. Ну, все равно спасибо. Она, видимо, самостоятельно решает, когда способность применять. У меня, кстати, последний казан остался, и надо бы его использовать. Приготовить себе чудо, может, зелье какое-нибудь, а? Короче, я взял какой-то рог, стрекозу и кузнечика. Посмотрим, что из этого все выйдет у меня. Какое зелье? Пожрать я приготовить решил, ага. Нахимичил какую-то фигню. Все пропало, сомнительное блюдо. Ну, ладно, одно сердечко. Давай это сомнительное блюдо тогда съедим сразу. Главное не травануться, не обдристаться сейчас на боссе. Знаешь, сел непонятно что, и сейчас мне может быть плохо. Кстати, как насчет воды? Где ты есть у меня? Дай мне свою способность, я попробую при помощи нее пробежать вот это вот. Нет, это плохая идея. Оп-оп-оп, здесь стоим. Вот так вот, хорошо. У меня вообще для этого есть сгустки тьмы, но казанов больше нет. Поэтому, если я найду сейчас здесь где-нибудь казан, надо будет эти сгустки тьмы приготовить. Ну вот я и на вершине. Мне нужно попасть вон туда. И сейчас мы это сделаем. Потихонечку спускаемся. В надежде на то, что нас сейчас здесь никто не покарает. Итак, я здесь. Где ты, Зельда? О, сундучок. Давай посмотрим, что там. Второй бастион. Мы находимся в таком вот... Ёлки-палки, батареечки у меня садится на одном из джойкоинов. Это плохо. Спустимся еще ниже. Прям сюда залетаем. Вон она стоит. Я ее вижу, это же Зельда. Это Зельда. Давай мы ее сфоткаем, зачикаем. Сейчас мы тебя сфоткаем, Зельда, не переживай. Давай, чикай. А, нельзя, не получается. Вот, вот. Зельдочка. Красоточка. Селфачок можешь с тобой замутить? Ладно, давай я тебя так вначале сфоткаю. Четкая фотка. И селфи, конечно же, селфи хочу с ней. Сейчас, вот так вот. Типа. Я радостный. Не, фокус надо, другой фокус сделать. Вот, типа, Зельда, ю-ху. Я держу твою голову. Отлично. А ближе можно еще подойти? А, она испарилась. Мы знаем, кто ты на самом-то деле. Воспоминание все показало. Ёлки. Риджу, где твоя молния? Мне нужна твоя молния. Риджу. Так, щит беру. Щит, это хорошо. Так, 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 уходим, уходим, уходим. Риджу, ёлки-палки, молния нужна. Где ты? Етить, колотить. Ну же, ну же, ну же, Риджу, дай мне свою силу. Уходим. И... Адара! Отлично. Очень хорошо получилось. Теперь отбегаем. Снова берем щит. Щит, 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 щит. Стоп. Я хочу сделать вот что. А, он вон разбился, не успел я. Давай еще один камень кинь, я в тебя откину. Ой, щит пропал. Ну, кинешь? Он должен сейчас кинуть. Он вначале в рог дует, потом кидает камень. Красава! Юноба! Молодчик! Я просто постою, посмотрю, как вы их раскидываете. Вон, камень сейчас полетит. В обраточку, пожалуйста, возвращайся. Бух! Нормально ему в жбан прилетел. Только я не понял, кто в меня стрелой кинул. Меч сломался. Уходим. Нужно взять что-нибудь потяжелее. Клеймор я не зачаровал, елки-палки. Ладно, возьмем пока вот этот меч двуручный. Если что, у меня щита нету. Готово. А-а-а! С него упали жилы. У меня есть одна идейка, но я не знаю, хватит ли у меня занаров.
Ой, не то. Сейчас мне там прилетит, кажись. Я хочу вот этого дрончика вызвать. О, у меня хватит, у меня все хватит. Давай, делайся. Помоги мне, зафигачи. Давай, погнали. Поджаривай. О, меня тоже поджарило, нафиг. Хорош. О, жилет-чучу. Жилет-чучу забираем. В этот раз оно не ударило молнию. Видимо, я как-то его активировал, это жилет-чучу или что? Как-то вот непонятно. Нормальный дрончик, аж жарит их. Не по-детски. Давай, фигарь. Вот этого я сейчас тебе помогу. А, по мне-то не надо. Дрон. Ты что делаешь? Блин, пожрать надо. Что, сожрем? Давай вот это вот сожрем. Все, я восстановился. Осталось только добить вот этого хрюнделя большущего. Стой, остановись. Дай я тебе в пятак стрельну. О, хорош. И с прыжка. Промахнулся. Я промахнулся. Оу, это было сильно. Уходим. Нормально. Жить будем. Че, в пятак можно тебе попасть? Пятачок. Мимо. Мимо. Давайте, ребята, пристюйте его. Ребята. Ребятки. Ой, мимо, вообще конкретно мимо. Во, нормально, два раза ему в носяру. На тебе. Все, сдох, хрюндель. Вот это все собираем. Рок черного бокобосса. Ничего себе, 27 к чармонтажу. Это сильно. И у меня есть даже план по поводу него. Теперь мы достаем эту фигню, которую я только что поднял. Нафига я ее поднял, я не знаю. Выбрасываем ее вот сюда. И чаруем вот этот вот клеймор Геруда. Сейчас будет мега пуха. Вот это топорица. Плюс 54 дамага. Ху-ху. Нормально. Спасибо тебе, дружок, ты очень выручил. Мне бы тебя отсюда как-то вытащить теперь. Куда дальше нам идти? Карта, покажи нам. Нам нужно идти вот сюда. Минус третий уровень. А, вниз спускаться надо. Нет проблем. Я думаю, что я все-таки его как-то отсюда заберу. Попробую, по крайней мере. Как это прекрасно, когда у тебя есть боевой дружочек. Я его скидываю туда вниз. Сейчас мы его поднимем нормально и натравим вон от того заврика. Хорошо, что я его вот забрал с собой. Че, погнали биться. Топорик мы оставим на самый крайний случай. Давай, едь, дуй его. Один на один, кто же кого? Ну, мой дрон, короче, его победил, считай. Он сгорел нафиг. Хорош. Все, отдыхай. Молочек. Давай-ка мы над спящими вот этими красавцами поиздеваемся. Там, кстати, сундук. Ничего себе. А, ну до него, короче, надо вон с того угла. Вот отсюда надо его достать. Че, проснулся кто-то? А че, день уже настал, ребята? Вы че, елки? Ладно, дрончик, давай, поехали. Прямо к жопе его. Активейшн, ребята. Сейчас тусэ-мусэ начнется. Огненная пати. Здоровски. А я просто потусю. О, камень кто-то взял. Да он даже кинуть его нормально не может. Это фиаско, братан. Да. Вы такие бойцы, что я бы с вами никуда не пошел в бой. Смотри-ка, они дрончика моего все равно дубасят, и у него сейчас батарейки сядут. Но мы можем подкрепиться. Все нормально. Это, Риджу, пойдем их электричеством жбахнем с тобой. Сейчас будет битва. Этот вообще может улететь. Он туда вниз. Слетай вниз, а. Надо было дубину помощнее взять, и он бы тогда улетел. Риджу, давай. Ау, больно, ребята, а с ноги. Слишком я тут расслабился. Блин, у меня дрона забрали. Его заново придется делать. Ну хорошо, в этот раз я к вам подкрадусь. Да так, что вы даже не поймете, что я подкрался. Ребята, нас услышали. Дубасим их. А, опять с ноги прилетело. Да елки-палки. Что ж такое-то? Прыжок. Этот грохнулся, споткнулся, видимо, обо что-то.
Оба! Отлично сработал щит. Утопили его. Последний остался. Если ты меня ударишь, тебе хана. Как, не знаю, кусок мяса какой-то отлетел. Ну, он там все? А, он тоже в воду упал. Вот, в принципе, и разобрались с ним. У них тут какой-то... А, это жареный окунь. О, здорово, пожрать можно будет. И давай теперь посмотрим, что там в сундуке у нас. Опаньки. Здесь вот там еще один сундук, нифига себе. Стрелы пригодятся. Стрелы — это очень важно. И давай еще один вытащим. Дотянемся до него? Да, дотянемся. Этот уже металлический. Нужно найти теперь проход, чтобы спуститься на третий уровень. Возможно, вот эта вот шахта нам поможет. О, вот и минус третий. Зашибись. Если мне не изменяет память, здесь огромная куча щитоедов. Зал какой-то. Куда этому? Тут еще и оружие есть. Так, так, так. Значит, вот эту палку мы выкидываем. А вот этот меч мы берем. Пригодится. А, все понятно, куда это мы вышли. Вон она стоит. Сейчас она снова призовет каких-нибудь мутантов. Угу. Глазюк. Ой-ой-ой, там снизу электричество, надо быть аккуратным. О, это хорошо. Это нам на руку. Все нафиг там взорвалось сразу. Попасть бы ему в глаз. Не попал. Блин, не попал. 80 стрел у меня. Нормально же, да? Нормально, блин. Есть попадание, отлично. Давайте, ребята, тушуем его. Он встает. Мы, короче, сейчас смотри, что сделаем. Опа. Лови. А, на него это не сработало. Заморозка не работает. Блин. Мимо. Он сейчас меня наступит. Хорош. Чуть-чуть осталось. Давайте, добивайте. Ну, парочку раз ударьте еще. Блин, я промахнулся. Сейчас по мне жопа прилетит чья-то жирная, вонючая. Ага, прикрылся. Хитрец. А я вот сюда бегу. Давайте, ребят, ударьте еще раз. Мой молодчик. Сколько здесь оружия-то, а? Ты глянь. Что тут? Вот, надо что-то здесь забрать. Мясо! Жареный огузок. Вот это здорово. Пожрать будет что. Это все забираем. Рог черного хинокса. Сейчас зачаруем его. Это очень мощно. Он 27 к чар-монтажу дает. Вот это молот. 34 урона, правда же? Правда. Вот это хорош. Куда там дальше Зельда убежала? Вот сюда. На минус третьем этаже. Ага. Стоит тут, ждет меня. Ууу, какие у нас тут люди. Давай-ка мы сейчас его огоньком поджарим. А ты глянь, какое у него здоровье. Мощный тип. Сдох. Значит, это не единственный. Еще будет. А, вот вы где. Вон их парочка стоит. Блин, огонек! О, нормально, пойдет. Хорош! Парочку зажарили. Ой-ой-ой, она каким-то токсичным ядом пуляет. Это фигулина. Надо бы тебя... О, там еще один появился. Электричество сейчас кинем им. Есть. Что-то как-то плохо, да, попал? Очень плохо. Во! Так, нормально. Что? Что ты сделал, Линк? На кой черт ты с лестницы прыгал? Кстати, крылья. Я ни разу не брал крыло Гибда. Переливается на свету, увеличивает дальность полета стрелы и метательного оружия, если прикрепить его к ним. Кроме того, годится для зелий. Все ясно. Еноб, давай ты его пода... А, ну, в принципе, так тоже норм. Хотел енобы поджечь. Теперь куда? В другую сторону? А, вот сюда нам нужно. Это что? Минус первый этаж. Значит, нам надо подниматься теперь. Ух, эта Зельда заставляет побегать за ней. В принципе, я всю жизнь, по-моему, за ней бегаю. И сегодня не исключение. Пацаны, здорово! Спускайтесь вниз. Хватит там это. Фигней страдать наверху. Оп. Отломился у меня меч. Берем другой.
Мне нужен щит. Вот этот вот. Еще Риджи, я хочу электричество. Электричество, электричество и вода — это вообще просто дичь. Опа. Хорош. Ну я, кстати, стал силен. У меня два меча сломалось. Офигеть, как быстро летит все тут оружие. Надо клеймор зачаровать, я думаю. Берем, короче, вот этот меч. Сейчас возьмем защиту воды. И этот меч должен дубасить 26, да? Ну ладно, 26, так 26. И слету на него. Пау! Что произошло? Я не понял, что произошло. Ударить хочешь мне? Улетел с криком. Ну! Опа! Сверху! Еще удар! Хорош! Все, я, блин, все мечи разломал. Офигеть! И водяной в том числе. О, ты еще жив! Так, и чем же тебе... Давай вот этим. Воздухом сейчас распилим его. По жопе ему! Дал леща! Жопного. Отлично, у вас есть оружие. Я возьму его, пожалуй. Ребят, у меня все оружие кончилось. Давайте отбивать. У меня еще там битва с лже-зельдой, походу, намечается. Так что выручайте. Надо теперь все зачармонтажировать. Два оружия есть. Давай смотреть, чем же мы наделим это оружие. Рог голема капитана ГК. Вот это возьмем. И рог черного моблина, я думаю. Рог голема шлепаем. Рог черного моблина. Вот и все, дубина готова. Фигово только одно, что у меня нет одноручного оружия теперь. Это прям печаль. Будем, короче, добивать вот этот меч. О, моя стрела. Ух, тут еще есть арава из трех человек. Я бы, конечно, здесь с ними не дрался, потому что пещеры — это их стихия. Так что они сверху дубасят. Слезай! Ой, он сейчас может меня сверху дубить. Дубить, дубить, дубить. Давайте, сбивайте его. Есть, хорош, молочек. Ух! Успели, успели, успели. Давайте, дубим, дубим, дубим. Хорош. Меч сломался. Да ё-моё, чё ж так все ненадежно? Ладно, берем вот эту пуху. Этот сдох? Нет, еще живой. Теперь сдох, и он сверху ползет. Смотри, 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 чё, сейчас, сейчас, сейчас будет что-то делать. Камни кидает. Мимо. Попался. И сверху на него. Хорош. Вот эту палку возьмем. Потом зачаруем ее. И что тут у нас еще есть? Рог, 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 рог. Вот, кстати, палку можно рогом зачаровать. Тем более, что она прочная. Так, зачаруем. Ого, какая интересная палка у нас получилась. Ну, пойдем разматывать ей всех. Кстати, где там у меня щит с роликами? Покатили, тут отличное место. Уху. О, там щитоед, елки. Елки-палки, а там сверху смотри кто. Блин. Ребят, там надо сверху вначале разобраться, а потом щитоед. Ладно, я наверх. Ребят, внизу разберитесь, пожалуйста, с щитоедом. Я наверху тут повыпендриваюсь. Щит мне нужен другой. Желательно... Блин, где этот щит? Мимо. Вот так вот тебе. Хорош. Так, подходим к нему. Блин! Не успел отвернуться. Хотел у ворот сделать. Ему тоже досталось. Ну давай, давай, что-нибудь сделай. Ворот! Опа! Теперь я ультую. Готов. Добили всех. Хорошо. Теперь можно и щитоедом, в принципе, разобраться. Хотя можно было перепрыгнуть. Чё-то я затупил, если честно. Вот, отличный момент. Получил. Как бы тут... Ай! Бегу, 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 бегу. Черт, не успел. Давай его огоньком поджарим, он задолбал. Готов.
Рыцарский люк. Ну, ладно, давай вот этот все-таки выкинем. А этот возьмем. Ой, там еще щита еды есть. Я вообще, походу, не в ту сторону. Мне вот сюда надо спуститься. Тут есть где-нибудь проходик там? Ага. Где эта штопанная зельда, елки? О, что это такое? О, рыцарский клеймор, но нет. Не надо. Где-то здесь зельда стоит. Тусуется. Кажется, вот ты где. Спряталась. Ну иди сюда. Иди, иди, иди. Так, еноба. Минус один. Щит водяной, водяной щит. Ух, как я вовремя уж. Меня подожгли все равно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Горю, 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 горю. Погнали, ультуем. Ай, хорошо. Моя палка горит, надо ее убирать срочно, убираем. Фух, хвост огнедышащего заврафоса. О, кстати, вот это рог огнедышащего заврафоса, очень классная штука. Не-не-не, стой, стой, надо подхилиться. Пожрем сейчас тут стейки и рыбочку. Давай, добивашечка. Хорош, почти, почти, еее, все, с ними разобрались. Собираем остатки. Завраранг, ну типа бумеранг. С луком, что с луком делаем? Он, по-моему, крутой. Давай его сейчас снимем, посмотрим, что там за лук. Иди сюда. Дай посмотрю, да хоть на... Гвардейский лук, блин, ну да, он покруче будет, чем у меня сейчас. Этот выкидываем, гвардейский берем. Он 50 дамага наносит, мощно же. О, у меня 25 еще есть лук. Герудовский, что ли? Лук Геруда, да, точно. Теперь ищем, куда Зельда опять скрылась. Вот сюда, на минус третий, откуда я только что пришел. Елки-палки. Давай-ка вот здесь вот попробуем спрыгнуть. Может тут... Ага, вот есть проходик. Ну цепляйся! Вот, заходим, и вот она, Зельда. А, это же зал для тренировок, по-моему, не? Или да? Ну чё, кто тут будет у нас? Сзади, что ли, меня появились? О, летучие мышки! Давай, расчехляйся, Лин. А вот этого мы сейчас бумеранг запустим. Ничего себе, он мощный какой, да? Нет, мы не будем в нем бумеранг пускать. Опа, я отпрыгнул, я отпрыгнул. Давайте, рубите его, ребят, я тут постою. Я вам помогу с лука, ага. Мимо. Отлично, я помогаю с лука. На, типа, на сяре. Блин, не получается. Ну, ребята его там нормально прессуют в углу. Блин. Ай! Ты как-то в меня попал? На тебе за это. Он еще и поджегся. Где он там? Я его потерял. В рот надо было прям вот. Еще удар! Готов! Все, завалили этого кабана. Неплохо. Рог серебряного моб... Это серебряный моб, блин. Ничего себе. Ну, клеймор его рыцарский нам не интересен. Тут у нас палка обычная. Куда она дальше бежала? Теперь сюда. Угу. Заходим мы с тобой в музей. А здесь злобная тетя. Пускай своих мордоборцев. Ой. Ой! Короче, чтобы все это было как-то попроще, надо заморозить какую-то одну штуку. Вот, готово. И еще одну заморозить. Потом разобраться с другой. Вот. Давай, сейчас мы с ней разберемся. Тогда надо что-то огненное, да? Огонь? Помог? Помог. Но не сильно. Так, сбиваем. Есть! Готов один. Один окочурился. Так, 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 так. Смотрим, что у нас тут. О, там другой уже оттаял. Ништяк. Еще один герудский лук. Ух. Так, вот это тогда мы выкидываем. Это берем. И надо сейчас поменять лук. Лук, лук, лук. Вот на этот. А, ребята, подождите, подождите. Надо вас заморозить один штуку. Иначе нам тут будет очень плохо. А есть попадание? Отлично. Молодцы. Командная работа. Вот тут еще и пика выпала.
Рыцарский лук не это говно. Мы такое не носим. Ну как ты там, готов оттаять? Вот и все. Сейчас будет катсцена. Линк, я жду. Я тебя очень жду. Давай уже встретимся лицом к лицу. А то тут одни твои шестерки. Где ты спряталась? На, в тронном зале. Угу. А вот и я. Прямо возле тронного зала. И сейчас схлестнемся мы с тобой, Зельда. Лже-Зельда. Это же не настоящее. Это Ганон. Чертов Ганон. А вернее, Ганондорф. Цитадель. Я так тебя ждала. Знаешь, Линк, я хочу тебе кое-что показать. Заманчиво. Что же это? Ну, как тебе? Замок Хайрул? В период расцвета. Ты помнишь? Мы тут многое пережили. У Линка щечки и носик покраснел. Ты должен запомнить это. Потому что это будет... Последнее, что ты увидишь. Последнее, что ты увидишь. Походу, я в сценарии писал. Ну да, это, короче, Ганондорф все-таки. Воин, которого не сразили мои миазмы, и который сам сразил моих слуг. Должно быть, тебя спасла от неминуемой гибели эта жалкая волшебная рука. Неважно. Твоя ничтожная жизнь не подходит к концу. Приняв вид девчонки, я смог следить за тобой и заманивать тебя в ловушки. Но теперь все это не нужно. Порождение моей плоти и крови. Умертви его. О, фантом короля демонов в Хайруле. Ганон фантом. Ребят, что-то я его боюсь. А чё их так много? Можно я в сторонке? Давай, давай, ударь. И ты в лед. А ему лед пофиг, вообще ничего не делать. Ух ты, елки-палки. Надо что-нибудь пожрать. Пожрать срочно! Фруктовый микс от солнышка. Против загара, так сказать. Что у меня еще пожрать-то есть? Арбуз, да, точно, десерт. Сейчас самое время для десерта. Давай еще грибочки. Грибочки шлепнем вот так вот, нормально пойдет. Уходим. О, получилось, получилось. Ну все, уходим. О, есть. Давай, понеслась. Нормально, меч сломался. Упрыгивай, Лин. Еще. Фух, пронесло. Там сбоку еще один негодяй. Они вдвоем против меня одного. А теперь я. Ай, блин, давай, последний удар. Давай, Линк, вставай. Удар. Готов. И меч его могу взять. Что там за меч? Мязмовый меч. Мощный 41. Так, надо что-нибудь выкинуть. У меня только что что-то сломалось. А, я его подобрал? Там, видимо, другой какой-то еще был. Так, ладно, давай мязмовый меч возьмем. Мязмы ранят владельца. Ну, они и сами мязмовые, поэтому... О, так он одноручный еще. Там и лук еще упал. Упрыгиваем. Сзади подбежал, скотина. Теперь я понимаю, для чего мне нужны были реинкарнации, чтобы с фантомами Ганона биться. В одиночку я бы их не одолел. Так. Вроде пока держимся. Надо бы похавать. Слушай, а то у меня один удар, и все, я скачегрыжусь.
Воу, воу, щит меня спас. Готов, еще один вдох. Мимо. Ништяк. Со всеми почти разобрались. Ну че, один на один, давай. Оп, 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 оп. Блин. Упрыгал как-то от него, умудрился. О, понеслась. Град ударов, елки-палки. Сейчас он сдохнет нафиг. Фух, разобрались с ними. Но вы появились. Нет. А, он еще и вот эту фигню пустил. Надо мечи подобрать, потому что оружие у меня... Куры не клюй. Блин, лук-то зачем тебе? Ребята, дайте мне щит. Щит, 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 щит. Смотри, что они... Они, короче, поглощают этих. Так, а как быть-то? А как быть-то? Куда мне? Теперь куда мне? Куда мне? Куда мне? Давай сюда. Ёлки-палки, я вообще не представляю, что делать. Ух ты. Так они сейчас меня победят в любом случае. Если они моих инкарнаций победили, то меня-то и подобно они сейчас. Все как бы. А, там надо главного, который миазмы распространял, дубасить было. Да блин, с самого начала и одно сердечко. Я даже вот ради приличия не буду ничего хавать. С одним сердцем продержусь или нет? Так, вот, да, миазмы, смотри, отступили. Ну чё? Утырки. Попал? Нет, не попал, надо ему прямо в черепуху. Да блин, ну я ж попадаю по нему. Есть! Минус один. Так, миазмы вроде бы больше никто не будет. Ух, как это близко было. Ты миазму не будешь больше призывать? Нет, надо вот сюда. Вот это мне прилетело. С двух сторон, сразу. Вроде живы, вроде живы. Встаем, бежим, бежим, бежим. Тут где-то вот, вот полетел. Юноба, Юноба, давай-ка зарядим. Давай-ка зарядим. Мимо куда-то полетели. Не попали. Есть. И сейчас его добиваем. Ага, отлично, добивание. Оу! Больно. Это было больно. Кто-нибудь спину мне прикрывайте. Я пока похаваю. Встаем, встаем, встаем. Линк, надо бежать. У них эти дубины. О. Готов. Что за дубина? 50. 50, давай возьмем. Пригодится. Ты идешь ко мне, да? Он идет ко мне. Мимо. Игра от удара подправляется прямиком на тебя. Дайте мне, пожалуйста, щит. Ух. Щит, 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 щит. Хочу, хочу, хочу щит. Так, там миазмы начались. Надо бы остановить весь этот процесс. Получай. Куда ты? Куда ты пошел? Вернись, Чингачкук. Сейчас будет больно мне. Очень больно было. Ничего исправ... О, вот это вот оружие его надо. Миазмовое копье тоже возьмем. Фига я его собираю, оно же миазмовое. Мне от него только хуже будет. Так, пожрем. Грибы уже все сожрал. Осталось двое. Совсем чутка. Мимо. Дядя Ганон, мимо. А вот теперь не мимо, засранец. Ну ничего, я встану. О, там миазма, там миазма, там миазма. Там миазма. И ко мне летят. Убегаем. Юноба, держись. Сейчас я тебя спасу. Погнали. Ай-яй-яй-яй. Кто спину-то прикрывать будет, а? Чучмеки. Чучмеки.
Но ты подойдешь к нам, да? Такой злой. Оу! Я как-то умудрился отпрыгнуть даже. Вот этот крепкий, крепыш попался. Так, давай еще травы Хайрула пожрём, лучок, чтобы изо рта воняло. И еще там еще у нас есть. Редиску не хочу, она последняя. Блин, я все сожрал. Все свои запасы на зиму. Ну что, может что-нибудь помощнее взять там? Это? Давай вот дубинку. Давай. Полетишь ко мне? Опа! Черт подери, зря я это сказал, походу. Я бегу, ребят, я бегу! Или не бегу? Нафиг сейчас это будет. Я увернулся, наверное. А теперь... Да японский... Блин, жопа, это что поворачиваться-то обязательно? Сколько уже грибов сожрали? Погнали уже на него, а? Давай, вот так вот с разбегу. Ой, это плохая идея. Но щит сработал. Вот так вот, давай его. Во! Нормально. Еще разок. Наконец-то, Лир! Наконец-то! Две волны этих долбанных гананов, фантонов расфигачили. Так значит, тебе, сопляку, помогает сила Рауру. Пора, наконец, разделаться с тобой. Мин, мы с тобой! Теперь хранители тайных камней. Ну и что теперь? Если вы не узнаете меня, значит, камни не вернули вам память о временах богов. Я Ганондорф. То, что ваши предки меня заточили, лишь дало вам немного времени. Я открою вам прошлое. Мир снова накроет тьма, и я обрету свою силу.